готовы? Если готовы, выглядит тоже хорошо. Слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас. Я вам говорю, что он в маразме? Фил, я говорю серьезно. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. За все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Бригада. Скажут, что он фуфло. Зачем тогда жить?